Это последний наш разговор. И последняя, видимо, встреча. Холод на стеклах рисует узор. Знаешь, а правда же, стало легче. Знаешь, а все же тебе и мне выпало в жизни особое счастье. Поговорить, наконец, в тишине. Чтобы потом, наконец, распрощаться. Чтобы не думать и не жалеть, не упрекать себя, не сомневаться. Надо же было так не успеть. Надо же было так обознаться.